Сегодня в 10 утра у подножья Уктусских гор рейсовый автобус 19 маршрута, мчавшийся с Химаша главной площади Екатеринбурга, на перекрестке улиц Щербакова и Павлодарской, влетел в заднюю корму Водоканальского водовоза. У последнего, в том месте, откуда у людей обычно растут ноги, торчит стальной хвостик с одним изгибом. Его, впрочем, вполне хватило, чтобы вырвать приличный лоскут условной кожи на не менее символической физиономии желтушного Исудзу. Лобовое стекло автобуса лопнуло, но не разлетелось вдребезги, так что пилот оделся лишь серьезным испугом. Пассажиры Исудзу тоже. У вас много людей было в салоне? Ну, нормально. Как сидели. Вероятно, иноземный товарищ гастарбайтер из-за сложности перевода слегка перегнул палку. На самом деле в салоне его автобуса в тот момент было всего два пассажира. У вас сейчас в чем загрузка? Несмотря на близость аквапарка, от места ДТП всего один квартал, не более, нет никаких оснований полагать, что водовоз спешил в Лим-Папо. Мы не будем судить, рядить о том, кто виноват, а кто не очень. Хотя автомобильная молва и гласит: тот, кто сзади, тот и не прав. Соблюдай дистанцию, и будет тебе счастье по самое не хочу. Теперь перед молодым пилотом из явно недальнего зарубежья, похоже, замаячила реальная перспектива провалить теоретический экзамен в ГАИ в категории D. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает.